ведущий. Привет, орбита! Привет! Ну что ж, сегодня мы с вами снова в этом уютном зале. Привет, орбита! Привет! Но теперь уже не для того, чтобы соревноваться между собой и показывать свое мастерство, а для того, чтобы проверить, насколько талантливые, умные, веселые, жизнерадостные, вожатые присутствуют на этой смене в этом году. Итак, сегодня мы с вами здесь посвящаем вожатых, соответственно, вожатые. И я приглашаю на эту сцену наших замечательных вожатых. Аплодисменты! У них нет графика работы, они работают всегда. Когда спят глаза, работают уши. Вожатый – большая ответственность и маленькая зарплата, которая компенсируется добрыми эмоциями, хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями. Уж это мы вам обещаем. Обещаем? Да! Ну что ж, вожатые, ждем вас на этой сцене именно в таком порядке. А вот в таком. Максим, третий отряд! Саша, четвертый отряд! Маша, четвертый отряд! Ну а сейчас искупайте их в овациях. Либо он получит в конце сезона зарплату, либо он работал просто, как говорится, ради любви к детям. Поэтому сегодняшнее посвящение и посвящается тому, что посвятить, либо не посвятить. И посвящать мы будем наших вожатых, разбив их на две команды. Конечно же, я предлагаю сюда выйти нашим мужчинам Максим и Александр. Конечно же, девчонок. Пожалуйста, Максим. Ксюша. Так. Ну, Маша, конечно, так. Ага. Так. Максим. Так.
Вот вы это не слышали, а я слышала, что девчонки сказали, в какую позу встать. Но посмотрите, у нас получились две равноценные команды. Мальчишки у нас являются капитанами, а девчонки просто прекрасным оформлением этой команды. Ну и так как мы с вами знаем, как вожатые любят детей спрашивать. Ну что, дорогие, вы сегодня тут приехали все, название отряда приготовили, а девиз у вас готов. Садитесь и думайте. Мы с этого начнем тоже. Итак, первое задание нашим вожатым. Придумать название и девиз своей команды. Пожалуйста, завещаемся. А мы можем их по левую руку от меня. Вот сейчас мы посмотрим, как быстро они могут договориться, чтобы, как говорится, сказать хором вместе, дружно и, ну, не облажаться, конечно. Итак, вы готовы? Мы готовы. Полная тишина. Слушаем, что придумали наши вожатые и как они это воспроизведут. Пожалуйста. Наш отряд! 220! Наш девиз! Если нужно что-то сбацать, мы включаем 220! Давайте вместе. Если надо что-то сбацать, мы включаем что? 220! Но детям, между прочим, надо сказать, что этого делать нельзя. Наша команда называется «Пассаж». В команде нашей есть кураж. Мы всегда все впереди. Нас попробуй догони. Видите, как неожиданно. Мы думали, будет продолжение. Я бы, конечно, там додумала чуть побольше, но здорово, аплодисменты. А можно объяснить некоторым вот в зале сидящим, но не мне, конечно. А что такое «Форсаж»? Вообще форсаж – это свойство некоторых двигателей, да, включать ускорение. Так вот, наш форсаж – это так как мы начинаем здесь работу, начали свою смену, мы разгоняемся и разгоняемся, и итог будет мощный. Отлично, форсаж, еще 220! Конкурс, как хотите назовите. Дело в том, что название есть, но у детей очень много вопросов возникает вожатым, когда они только-только приезжают в лагерь. И сегодня у нас есть две девочки, которые очень сильно просили меня из первого отряда. Говорят, ну пожалуйста, дайте мы им зададим вопросы. Итак, я приглашаю на сцену Алену и Лизу. Кнопочки наверх. Здравствуйте, 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 наши дорогие вожатые. Жалко, что наши воспитатели сегодня не посвящаются. Давно уже их посвятили. Поэтому приготовили для вас очень сложные вопросы. На внимательность. Итак, правила таковы. Каждой из команд будет предложено по 5 вопросов, на которые вам необходимо дать верный ответ. Можете совещаться, как вы команда. Итак. Итак, первый вопрос к команде 220. Когда в лагере проводится спортивный день? Ага, название план сетки. Вы, кстати, тоже можете подумать.
болеем. Не подсказывай. Спортивный день отмечаем будем. Говорят, что 17 числа. 17 чего? Августа. Июня. 17 июня. К сожалению, это неправильный ответ. Спортивный день проводится 14 июня. 14 июня. Я вам даже открою секрет, почему этот день всегда празднуют 14 июня. Кто знает? Лагере. Они готовы? Наш ответ 3. К сожалению, 2 воспитателя и 1 воспитатель. Сегодня приехал, да, кстати, познакомьтесь, сегодня приехал новый подменный, новожатый Андрей. Вот. Ага, все молчим. Так, пожалуйста, ответ готов. Голубые или бирюзовые? Голубые. Принимаем ответ? Принимаем. Так. Это день открытых дверей. Ура! А еще чем знаменателен этот день? 12 июня. Можно привозить друзей, согласна. А чем знаменателен? День России, конечно же. Продолжаем. Вопрос второй команде. Сосчитайте, правда только мысленно, ступеньки крыльца перед входом в столовую. Сколько ступенек на крыльце ухода в столовую? Не подсказываем. 152. У нас помимо столовой еще много чего есть в этом корпусе? Ну, вот, да. Конечно. Ну, наверное, 10. Может быть, больше. 10. Ну, я думаю, что Саша посчитал все ступеньки, какие есть у нас в этом корпусе. А на самом деле сколько их? 4. Молодцы, ребята. Ну, что ж, я думаю, что просто-напросто, ну, не очень внимательно они смотрели.
действительно самый короткий. Это правильный ответ. Следующий вопрос. Как зовут спортивного инструктора, обладателя ЗИЛом? Как зовут спортивного инструктора лагеря, обладателя шикарных усов? Сегодня мы уже его упоминали. Да, и даже знаем, когда у него день рождения. Ничего смешного. Давайте. Еще не Сергей зовут, нет? Его зовут Сергей. Да. Петров Сергей, уже фамилия и имя, ну может уже тогда и отчество получится. Александрович, ну привет! Вот если говорят Петров, вообще уже все понятно, согласитесь, потому что Петров и Арбита это просто едино. Принимаем ответ! Пап Саш, молодец! Где Александрович его зовут? Руки убрала свою. Что вы выигрываете? Мы выигрываем. Что изображено на бонусе первой смены? А за что ты отсюда не получал, по-моему, бонусе? Итак, ответ. Пожалуйста. Ракета? Там расправиться. Изображена ракета. Аплодисменты. Назовите самое популярное мужское и женское имя ребенка в нашем лагере на первой смене. Итак, самое популярное имя мальчика и самое популярное имя девочки. А что значит популярное? Значит, больше всех детей с этими именами в лагере «Орбита». В нашем отряде много детей с именем Саша, а как у них, ну, наверное, тоже не меньше. А девочки? Девочки? Может быть, Маша? Нет? Может быть. Нет? Итак, ну то, что Саша, давайте проверим. Саша в зале, поднимите руку. Я хочу сказать, что... А ты сам тоже поднимаешь. Саша, да, я тоже сам. Он тоже поднимает. Дело в том, что в лагере самое популярное мужское имя у детей Саша. Это но я думаю, что мы примем этот ответ как правильный. Девочка у нас самая популярная. Настя. Это Настя! Настя, поднимите руки. Настя, поднимите руки. Вот они, красивые. Симпатичные. Опускаем руки. Итак, вопросы закончились? Закончились. Спасибо нашим девчонкам. Никакой. Как вы поступите?
Виктор. Так как я вожатая самого младшего отряда, они первый раз в лагере, поэтому у меня таких случаев на каждый день хватает. Поэтому для меня самый радикальный выход – это сесть ребеночком, погладить по спинке, по головке, просто посидеть рядышком, сказать, что все в порядке, что я и мама, и папа, и братик, и сестренка. Они тут же успокаиваются, меня обнимают. Прекрасный выход, я думаю, особенно он бы понравился мальчишкам с первого отряда, правда же? Спасибо, команда 220, молодцы! Итак, следующая ситуация для команды «Форсаж». Как вам поступить, если часть детей хочет идти на дискотеку, а часть не хочет идти на дискотеку? Пожалуйста. А у нас есть дети в зале, которые не хотят ходить на дискотеку? Я думаю, обычная она есть и будет. Но так как мы вожатые не один, на отряде нас не один, не два, а целых три человека, то часть идет на дискотеку с одним вожатым, а часть остается с другим вожатым в корпусе и занимается другими делами. Можно играть, помогает делать уголок. Истории. Что еще можно? Да, можно много чего заняться. Но... Мы поняли. Вот это настоящие вожатые поступают именно так. Все. Итак, 220. К вам прибежал испуганный ребенок и закричал: «Я только что видел медведя!» Ваше действие! Увидел волка. Тоже было такое дело. Его звали Коля. Ну что, ответ готов, пожалуйста. Итак, смотрим. А он здесь, да? Вот так вот. Я поняла. Объяснять словами будете? Представляете, наши вожатые готовы сразиться даже с медведем. Аплодисменты! Продолжаем, следующая команда. Как вам следует поступить, если ребенок нигде не хочет участвовать? Так, время. Если ребенок нигде не хочет участвовать и не хочет принимать, то есть, в жизни нашего отряда, то мы даем ему интересное поручение, например, как уборка. Да, и у него сразу же появляется желание что-то делать. Да, он только не вот этим занимается. Отлично! Молодцы! Отличный выход! Либо ты везде участвуешь, либо ты постоянный дежурный. Ну что ж, можно попробовать. Следующая ситуация. Ребенок не моется. Что вы предпримете? А в зале есть такие, кто не моется? Так, уважаемые воспитатели, это специальная информация для вас. Запугайте его! Итак,
крепкий да! Это шутка, я сразу скажу. Потому что мы люди культурные все, мы уважаем друг друга, у нас лагерь должен быть дружный, поэтому мы идем и разговариваем с вожатым другого отряда и вместе находим решение этой проблемы. Ну, детям, вы делаете замечание? Естественно. То есть, вот эти детям, которым наших и другого отряда, да. В общем, всем детям, которые... Потому что все открыты, виноваты обе стороны. Обе стороны, вы слышали? Тот, кто отвечает, и тот, кто начинает. Аплодисменты команде «Форсаж». На этом, я думаю, наши вожатые вышли с достоинством из всевозможных ситуаций, которые мы назвали педагогические. Я думаю, поаплодировать стоит. Задание, которое называется «Знатоки». Итак, сейчас перед вами появится 15 портретов известных людей разных времен, эпох, государств и народов. Какая из команд узнает большее количество, та молодец. Итак, ну я думаю, что, Павел Иванович, вы будете считать. Ну давайте, команда, уж 220 всегда выбирала, команда «Форсаж». Выбираем номер. Выберем номер 7. 7. Ну это, естественно, Владимир Ильич, наверное, да? Это? Владимир Ильич Ленин, наверное. Дайте нам тоже Ленина. Номер 10. 10. Так, все молчат. Кто это? Распутин. Это Распутин. Молодцы. Поддержим команду 220. Продолжаем. Форсаж. Номер 13. 13. Чертова дюжина. Наверное, это Моцарт. Это Моцарт! Продолжаем. 15! Побыстрее, побыстрее. 15? 15? Это Гагарина. Это? На Юрия Гагарина. Это Юрий Алексеевич Гагарин! Продолжаем. Продолжаем. Номер 3. Номер 3. Ельцин Борис Николаевич. Борис Николаевич Ельцин. Номер. Один. Номер 1. Это Наполеон Бонапарт. Совершенно верно. Продолжаем. Номер 5. Петр Первый. Молодцы. Номер 4. Мона Лиза. Совершенно верно. Продолжаем. 11. Менделеев похож. На кто он Менделей? Менделеев. А, Менделеев. Периодическую таблицу. На Менделея похож. Нет. Нет, это не Менделеев. Это... Так, давайте не будем давать ему возможность, потому что еще и Толстой пошел и дальше. А вы знаете... Кто это? Это кричат. Это... Карл Маркс, что ли? Это Карл Маркс, конечно. А вот это тоже внимательность ваша. 12. 12. 12.
Итак, если я поднимаю эту руку, кричат и аплодируют мальчики. Ну-ка, поехали.
Какие же они здоровские, эти вожатые! Аплодисменты обеим! Смотрите, великих людей знают. На вопросы про лагерь более-менее ответили. Но мы им дадим скидочку, потому что все-таки третий день всего лишь в лагере. Танцуют здорово, но здесь как бы молодая сила. Давайте-ка мы с вами проверим, как наши вожатые понимают детей. Итак, устали младенца! Прошу сюда команды поближе, ваш микрофончик. Итак, сейчас мы с вами работаем, ну, давайте же посоревнуемся. Да? Или будем думать? И думать тоже. Ну хорошо. Давайте посмотрим. Первое объяснение слова. Сейчас говорит микрофон. Говорим отряд, так по очереди. От самого маленького отряда до самого большого отряда. Там где... Девиз. А, линейка, стоп. Так. Давайте-ка мы с вами таким образом. Если кто-то выкрикивает, тогда мы не будем с вами таким образом соревноваться. Давайте дадим время выслушать, и вы уже определяете, чтобы не было каких вот нюансов. Итак, это был, конечно же, правильный ответ. Линейка, где ведущая? С 10 по 1 отряд заставляет говорить название и девизы. Где это происходит? На линейке! На линейке. Следующее объяснение для команды «Форсаж». Слушаем. Когда все рисуют, когда все поют. Торопитесь. Это когда там можно записываться на рисование, танцевать и все, что хочешь. Готовы? Да, они готовы. Это, конечно же, наши кружки. Это кружки, правильные ответы. Время. Они это время запоминают и каждый день так встают. Это когда там ложишься спать вовремя, встаешь вовремя на заряд. Надо не пропускать мероприятие. Всегда быть в нужной форме. А сначала просыпаешься, потом моешься, поешь, есть, потом следующее для команды «Форсаж». Когда убираемся. И когда поели все ребята, за ними убираешь. Кружки относишь к другим, тарелки, нож. Это либо конкурс, либо соревнование. Что ты из этого? Ну, я думаю, что можно и то, и другое принять. Действительно, это конкурс или соревнование. Беседовать, попить чай, покушать, играть, помогать. Запорки советы, беседуют, люди разговаривают, включают. Это будет спектакль. Большие.
маленький. И детей много, главное. Вот там много кроватей. Там есть полчумерка. Еще есть спортзал. Спортом занимаемся. Готовы, они готовы. Это лагерь «Орбита». Когда мы спим, он спать нам не дает, нет. Он говорит, участвуйте, ведь участвуйте. Ну, они такие, они за нами следят. Вот если бы кушали, спали. Если даже вы получите маленький...